Тут термина еще, в банке еще нету. За 11 часов. Пока. Назначен был на 10. Ну ничего, там уж дождемся. Кофе можно попить. Предложили кофе. Я не буду пить кофе. Не хочу. Что сейчас узнаю, дадут мне кредит или нет. Надеюсь, что дадут. Так, наверное, надо уже идти. Фонтан такой интересный. Здесь. Нет еще. Немножко непунктуально. Назначили на 10 уже время. Так, наверное. В общем, как только выйду, как мне пригласят, я вас сразу проинформирую, что к чему и почему. Все, слава Богу, вышли мы из банка. Дождь начался. Все, вышли мы из банка. Кто сказал, что мне не дадут кредита? Нет. Тем более у меня поручитель коренной немец. Поэтому поручитель, ну, в общем, в моем случае это надо был поручитель. Поэтому мне дали без проблем, только очень долго оформляли. Очень там надо было то, в общем, паспортные данные, потом паспортные данные. У меня же паспорта получается два. Ну, загранпаспорта. Поэтому немножко были проволочки такие. Тяжеловато вот это. Бюрократично, я бы сказала. Ну вот. Так что все. Кредит есть. Сейчас. Не дали на 10 тысяч. Хотела на 10, Лариса же говорит, не позорься. Сначала одну сумму заявила, потом другую. Я хотела сначала 5, а потом, может, 10. На 10, Лариса, в общем, не отговорила. Только 5. Так, сейчас, секунду. Заодно и в полицию посетим, чтобы время зря не терять. Узнаем про движение нашего дела по, в общем, по вот этим писулькам. Как говорят, кто-то там мне написал. В джоб-центр и в социал пишут люди, потому что это их не долг. Но есть и другое. Наших героев должны знать в лицо. Правильно. Поэтому прежде чем писать, прошу подписываться. Увидела, я такого даже не слышала. Героев должны знать в лицо. Мы хотим на них посмотреть и заценить. Может, медаль дадут. Я сама напишу в полицию, скажу. Вместо, в общем, наказания дайте им медаль. Правильно. Хорошо, я сегодня выгляжу, смотрите. Курточка у меня такая. Хорошая. Штанишки. Только ботинок нет. Там какая-то женщина писала, что у нее есть большой размер одежды. Ну, пусть она мне напишет в Инстаграм. Угу. Че, я не откажусь, если вы мне пришлете одежду. Ну да, или Юле на почту. Юле на почту. Я вам адрес дам, и вы мне пришлете. Ну че, если вы действительно, если вы не кляузница. Не, это хорошая женщина. Палец. Видишь даже? Видишь, как говорить гадости? Ну я не собираюсь кредит тратить на этот. Я хочу кредит потратить на себя. Вот это на всякое такое я не хочу.
А что ты будешь делать? Омолаешь себе операцию? Нет, может, поеду куда-нибудь. Буду себе покупать, ни в чем не отказываюсь, все, что хочу. Юля, сейчас напишут, что тебе не дали кредит. У тебя цели какие? Мне его уже одобрили. Так одобрили, цель у тебя какая была? Ну, мало ли какая. Не тратить же его направо и налево. Так это же я им в банке говорю такое, чтобы мне дали кредит. А другое, это что? Люди могут всяко говорить. Так нельзя. Как нельзя? Ну так. У тебя тоже чувство долга просто. У меня тоже чувство долга есть. Для себя. Ну что, пошлите. Вот покажи людям вот такие улочки. Сейчас дождь идет. И все кафешки позакрыты. А так прям тут на тротуарах кафешки. Угу. Я с Тачанкой, но Тачанку так уже взяла в руки, чтобы она сильно грохочет. Вот полиция. Вот, пожалуйста. Почтовый говорит, ящик. Разбираться не будет. Будут. Угу. Я их так достану, что они все будут разбираться. Им лучше разобраться. Так, я теперь хочу... Что? В какой мы магазин с тобой идем? Росман, вот впереди он. А пола это нам не надо. Вот какое ухо, видишь? Ага. Чтоб лучше слышать. Ага. Это, наверное, аппараты для глухих. Может. Не знаю. Нету. Без понятия. Так, сейчас в Росмане хочу кисточку купить себе. Да. Ну, если есть. Да. Одежда всякая. Ой, пошли посмотрим шаровары, какие большие там. Не, это не большой размер. Маленький. Я думала, большой. Как Юля любит цветные. Угу, горечь. Угу. Прикольные. Ну, может, это наподобие такие, как у твоей. Баечка тут. Баечка. Нет больших, да? Не, не. 13 евро. 9,99. Такие бы большие, если бы я взяла цветные, по хате-то искать. Вот ты любишь цветное все. Ну, чтобы оно было такое. Яркое. Сегодня я хорошо выгляжу, скажи. Рассматривают себя витрины. Я рада такая. Ну, вы бы тоже были рады, если вам столько, 5 штук отвалили. Ну, их же надо отдавать. Ну, не сразу же. Ну, все равно зачем надо. Зачем мне надо об этом думать? Че? Здрасте. Ладно, пошли. Ты мне портишь настроение всегда. Надо отдавать, надо отдавать. О, нашла. Добавки вот эти 2 лифчиков. Берем. Возьмем сейчас. Угу. Я взяла. Ой. Реально, берите что с края. Их еще никто не трогал. Вот. Взяла себе добавку 2 лифчика. И взяла такой вот... У меня такие духи есть. 8 евро стоит. А я набрызгалась бесплатно. Я тоже набрызгалась. От меня пахнет. Вкусно-вкусно. Все, нам больше ничего не надо? Не, все. А там в краю что там тогда? Ну, я думала, там ленты всякие. Я думала, там это продается. Все, идем. Чуть-чуть денег потратила. Я такой дезик, кстати, еще не видела. Кристина Агилера. Духи видела, а дезик нет. Как-то временами. То холодно, то жарко. То прохладно на улице. Ну, в общем, я вам же сказала, никого не слушайте, если у вас будет поручитель, тем более будет у вас, неважно, женщина или мужчина, если он будет коренной немец, то вам дают кредит, как переселенцу. Ну, это без проблем. Но это люди такое. Уже 100 раз тебе говорят, не причисляй себя переселенцем, ты беженец. Ну, все равно, что они говорят, они просто ничего не понимают, в общем... Тебе надо быть оратором на площади. Ты кричишь на всю улицу. Машины останавливаются. Если вы хотите мне куртки переслать, напишите мне. Или у вас там еще брючки есть. Или, в общем, напишите мне в Инстаграм. Или на почту. И я вам дам свой номер, свой адрес. И, в общем, вы мне пришлете посылку. Все. Довольная. Спасибо. До свидания.